Еще 8 казахстанцев эвакуировали из Уханя в Россию и Узбекистан. Об этом сообщают в Министерстве иностранных дел нашей страны. В ночь на 5 февраля спецбортами 5 человек отправили в Ташкент, 3 в Тюмень. Перед посадкой казахстанцы прошли дополнительную медицинскую проверку. Повышенную температуру или симптомы коронавируса у них не обнаружили. Однако в ближайшее время они будут находиться под наблюдением врачей, сообщил сегодня официальный представитель Минздрава Диас Ахмедшарип. Они также будут находиться под наблюдением местных специалистов необходимые 2 недели. Сотрудники нашего Минздрава будут мониторить их состояние здоровья. Сегодня министр здравоохранения Республики Казахстан Елжан Биртанов провел телефонный разговор со своими коллегами из России и Узбекистана, где были достигнуты договоренности по данному вопросу.